с того матча не ожидали. Понятно, что ехали к лидеру чемпионата. Понятно, что команда, обладающая хорошим подбором игроков, как опытных, как молодых, играет дома. Всегда это непростой матч. Но ребята с большей степенью выполнили план на игру. Результаты радуют, где-то может качество игры в втором тайме не очень рад. Подали инициативу и много моментов было у наших ворот подходов. Опять же, результат нас радует. Мы двигаемся дальше. Пожалуйста, вопрос. Шугаев, футбол Беларуси, Артем Александрович, с победой вас. Вы сказали, что отдали инициативу во втором тайме. Тем не менее, Батэ, по сути, играл второй состав как раз-таки во втором тайме. Почему так получилось? Прижались, испугались, им... Мы не отдали, у нас разобрали. Если Драгун – это второй состав, Громыко – это второй состав. Если Бардачев – это второй состав, ну, я бы хотел иметь такой первый. Выходили на замену молодые ребята, но это одни из лучших молодых футболистов страны. Игроки национальной сборной у 19 достаточно качественно сейчас играли. Против команды Узбекистана на год старше, поэтому я бы не сказал, что у Батэя какой-то состав был не хорошие футболисты. Еще раз говорю, понятно, что играли на выезде, понятно, но при всем при том, мы тоже момент забивали во втором тайме. Могли закончить игру с более комфортным для нас счетом. Поэтому я бы не считал, что это неполноценный Батэя. Спасибо, Господи. Вы использовали всего лишь две замены. Не думали, как это самое в концовке времени еще вариант? Так и стадион кричал, что вот так. Я показал желтую карточку за это. Поэтому. Да нет. Непростая игра, очень сложно в такие игры выходить, если учитывать, что в основном у нас на замене были ребята молодые и малоопытные. То есть, конечно, где-то можно было рисковать. Пришлось бы рисковать, выпускать. Появилась информация об отъезде Барковского. Комментируйте, пожалуйста, ситуацию в команде. По семейным обстоятельствам правильно отъехал. Надеемся, что может вернется. Очень сильно надеемся, потому что нам не хватает. Очень талантливый парень для всего белорусского футбола. Те ребята, которых нужно беречь, за которых нужно держаться. Поэтому мы надеемся, что он к нам вернется, и мы продолжим сильно смотреть.